Вот не скажу, что мне нравится это место, потому что они могут столкнуть, да? Угу. Сейчас же еще с ним драться, то есть как бы это... Рано щит я убрала. Пустите куда-нибудь, господи, за что? Не бей, буду. Подумайте. У меня семья, дети. А чё? А как с ними драться? Они же конченые. Господи боже, а куда идти-то? Мне ни одно окно не открыло дверь. Ну, в смысле, проход. А вы не забудете за меня, молодые люди? Не? Я за вас тоже не могу забыть. Вы это очень запоминающиеся ребята. Понял. Без щита к ним лучше не подходить. Надо прям держать. На ты говна кусок. Ах, блин. Хорошо. Ладно. Я попробую перекатываться в стену. Потому что меня даже со щитом булят. Ладно, ладно, что, сейчас, ничего, ничего. Ничего, ничего. Говна кусок! Ну, я смогла нанести хотя бы 0,001 урона. Не бей, поду, стоп, тихо, оп. Ах, ты говнюк. Я еще не встала, не надо. О, бля. Не надо, подожди, стой, я пью. А, не попадаешь тут? А, бля. А, не кидай. Не надо. Не на... Не надо. Да ты... Да ты не человек. О, туда тебе и дорога. Понял? Засчитайте мне, что он умер. Пускай он исчезнет навсегда. Прошу, икра. Прошу, прошу. Ну, то есть Боба никогда слева не помогала, в этот раз решил подсобить. Хорошо. Ладно. Они поняли. И вы думаете, что вот, здесь зачатки искусственного интеллекта были. Уже внедрены в систему. Они все знают, они знают. Не надо не стрелять, подумай. О, это что, мои 3 души? Вау.